вручение приза зрительских симпатий. Давайте сначала приз зрительских симпатий. Все, напутал опять. Да. Приз зрительских симпатий. Александр, отлично. Хорошо. Да. Для вручения этого почетного приза я приглашаю на сцену сенатора от Омской области, члена Совета Федерации Андрея Ивановича Галушко. А также генерального продюсера фестиваля российского искусства в Каннах Татьяну Шумову. Татьяна Владимировна, вас в Омске уже знают и любят. Да, это мой город. Добрый вечер. Мне кажется, чего-то сегодня на церемонии закрытия не хватает. Я вот сижу, думаю, ловлю себя на мысль, что-то не так. А мы сделали простую вещь. Банкет для жюри мы перенесли на после закрытия. И Игоря Петренко нам, правда, не хватает. Мы просто от некоторых традиций, Андрей Иванович, от некоторых традиций мы отказываемся. Это нормально. Вот, к моему большому сожалению, скоро выйдет уважаемый жюри, президент фестиваля. Они объявят о том, что фестиваль подошел к концу, вручат гран-при. Артем Никитич, естественно, скажет теплые слова благодарности министру культуры, губернатору, сенатору. Мои слова, Владимирович. И будет прав. Я хочу поблагодарить вот всех тех людей, которые обычно не сидят вот здесь в партере, которые не выходят на сцену, которых мы редко с вами видим, но без них ничего бы этого не было. Я хочу поблагодарить всю команду Артема и Полины Зуевой, которые приехали из Москвы и организовали нам этот замечательный фестиваль. Поблагодарить все наше Омское Министерство культуры, которое полгода пахало, трудилось, чтобы это все получилось. Я с большим-большим удовольствием хочу сказать большое спасибо нашим омским волонтерам, которые несколько десятков человек работают и помогали нам все это. Перед тем, как выполнить главную роль, чего меня сюда позвали, я бы хотел, конечно, сказать спасибо тому человеку, благодаря которому вообще все это получилось, потому что когда мы полтора года назад пришли к нему и сказали, послушай, вот у нас с губернатором вот такая идея, вот мы с губернатором тебя просим, вот у нас уже в Омске все есть, метро, аэропорт, у нас все есть, нам фестиваля не хватает. Он нас послушал, говорит, ну хорошо, я вас поддержу. Никита Сергеевич Михалков, Андрей Владимирович. Спасибо, Никита Сергеевич. И теперь можно перейти к главной вот теме. А я угадал, мы спорили с Шумовой. Фильм «Поддубный», режиссер Глеб Орлов. Приз принимаем. Продюсер. Типа подобный и Никита Сергеевич Михалков. Я никогда в жизни не мог себе представить, что я Никите Сергеевичу буду вручать приз. На фестивале дебютов. Это все это такое. Я представляю себе, что напишет. Сын президент фестиваля, друг, Михалков, ну это все знаю. Ну, картина-то хорошая. И голосовали зрители. И повесил замечательный. И то, что это приз зрительских симпатий для студии, для нашей, это очень важно. Спасибо большое. Зрителям Омска!